Доброго времени суток. Сейчас я приступаю к экспериментальной посадке кедра сибирского в пень трухлявый. В пне внутри выгнило. Я сейчас на низ натолкал мха. Теперь беру грунт и заполняю это пространство грунтом. Так. Утрамбовываю. Оставим с южной стороны бруснику. Она маленько первое время попритеняла. Так. У меня давно была такая мысль. О, как! Упал мой стативчик. Так, ну, надеюсь, больше мой штатив падать не будет. Подготовил землю, притрамбовал. Делаю под кедр лунку. Беру сам кедрик, двухлетний сибирский кедрик. Вставляю. Внутрь лунки завожу корни. Начинаю обжимать. Так, обратите внимание, помним, не глубже корневой шейки сажать. Так, посадочка готова. Теперь последний штрих. Сейчас вот с этой стороны я схожу, сломаю ветки лапника елового и воткну сюда, чтобы притенить от солнца.